Привет, с вами Андрей. В сравнении камер смартфона Redmi Note 5 и Mi Note 3 мы сделали вывод, что в части фото Redmi очень неплох в своем среднебюджетном сегменте. Советую посмотреть. А вот видео не понравилось, даже с пресловутой электронной стабилизацией. Видео было словно покрыто пеленой. Мутное, нечеткое и темное, с низким динамическим диапазоном. Я думаю, все будут согласны, что одним из самых важных элементов в смартфоне на сегодня есть его камера. Особенно сейчас, когда камеры современных смартфонов способны потягаться с недорогими зеркалками. Потому я решил провести эксперимент. Отключить при съемке видео в настройках электронную стабилизацию и использовать физический ручной стабилизатор для смартфона Jiyun Smooth Q. Это самый доступный стабилизатор нормального уровня, что есть на рынке. Я взял его на Gearbest за $94 и кэшбэк на Gearbest выше, чем на Али, потому в итоге $91. Не знаю, как сейчас цены, но ссылку оставлю в описании, где покупал как стабилизатор, так и Redmi Note 5. И теперь благодаря ему я смогу показывать, на что способен непосредственно сам сенсор камеры, а не дерготню, которую любят показывать многие блогеры, из-за которой трудно оценить качество видео. Итак, начнем. Знакомьтесь, это парк Александрия, город Белая Церковь. Тут очень даже ничего в эту пору. Дело было ближе к вечеру. Поснимал природу, архитектуру, жену, и она меня пыталась, но у нее ничего не вышло. Нужно приноровиться. Итак, включаю песенку белоцерковской группы «Неразгаданий», под кадры белоцерковского парка, и все это снято на соляночку из китайских гаджетов. Смотрим, что вышло, а в конце подводим итог. Как всегда, я иду к тебе без любви, нет, без ума. В океанах грез я искал и нашел тебя. Ну что же, друзья, какие выводы? С отключенным электронным стабилизатором видео стало четче, пелена пропала, изменения сразу видны. Но низкий динамический диапазон никуда не делся. Только чуть цепляешь небо, сразу все вокруг темнеет.
Так быть, конечно, не должно. Потому для видео камера данного смартфона, если и подходит, то очень слабо. Чего не сказать о фото. Так что кому важно видео, это не ваш выбор. Кому нужны лишь фотовозможности, за эти деньги вполне годно. Пишите свое мнение о увиденном в комментариях и ставьте лайк. А с вами был Smart Plus. Подписывайтесь, жмите колокольчик, потому что будет что посмотреть. И всем пока, друзья!